видишь Колю? На, держи, снимай. Говори, всем привет, друзья. На меня показывай. Ой, ты пальчиками закрыл, Артур. Где? Ну, вон пальчики твои. Все, убрал ручку? Давай, пока поднимай камеру. Показывай меня. А, себя будешь? Дай-ка я протру камеру. Давай, тебя снимем. Нет. Привет. Скажи привет. Нет. Скажи привет, подписчики. Нет. Ну, это не стекло. Кто это? Привет, подписчики. Нет. Друзья, всем салют. Сегодня я в Ковдоре на трале. Приехал на Беловолье. Вот выставляется кран. Сейчас будем грузить эту будку. Будку будем грузить на трал. Метр где-то примерно будет висеть. Сейчас посмотрим, как. Так, надо взять будет перчатки. Ну, в принципе, помочь. Что-то я не понял, почему. Подушки пустые. Не въехал. По какой причине? Что говоришь? Так, ну что, мне крановщик сказал, что он где-то около 3-4 тонн весит приблизительно. Вот сейчас будем пробовать его ставить. Короче, не знаю, как он встанет. Но я думаю, что он просто обхватит трал и будет хреново. Давай. Стоп, опускай. Еще немного. Ну можешь паук скинуть. Просто скинь тогда ему паук, чтобы он сматывался пока что. Да. Удобно. Договоренность-то была? Привет. А, ну. Все, как договаривались. Отлично. Ну, там была. Да. Так, вот этот вот поворот хреновенький. Ну-ка, сейчас аккуратно, мне надо будет в зеркало смотреть. Мам, там нет никого. Как мы туда пойдем? Не хватает. Они дома. Они же на выходные приезжали. Да. Да. Что, добрались на место. Не знаю, как буду выезжать, но... В общем, надо как-то обратно потом пятиться. Выгружаю тут дом в Ковдоре. Перезвоню. Давайте завтра наберу. Ну да, набирайте, но.
там двери, да, с той стороны? Дверь сядет. Понял. Так, сейчас все выгрузили. Я вперед проеду, чтобы кран выехал. И потом уже будем. Ну так, друзья, что? В общем, еле я вчера выехал, еле развернулся с того участка, куда привозил этот контейнер. Соответственно, сегодня наступил следующий день, машина стояла на парковке. Я здесь в Ковдоре, в общем, ночевал. Соответственно, сейчас запустился, еду в Йону. Нужно будет заниматься лесовозом, но об этом вы увидите в следующем видео. Кому понравился видео, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал.